І в нас також є а, декілька порад для вас, шановні телеглядачі, які будуть, а, які а... лише про здоров'я. Бо харчуватися дійсно можна смачно, а можна е зберігати своє здоров'я. На жаль, це не завжди одне й те саме. А, тож про здоров'я сьогодні будемо розмовляти з нашим наступним гостем. Сьогодні з нами в студії Людмила Бабина, лікар, спеціаліст з інтегральної медицини. Пані Людмила, доброго ранку. Доброго утро. Пані Людмила, ми вирішили сьогодні з вами обсадити, обговорити ось таку новину. Вчені з'ясували, що максимальна тривальність життя для чоловіків наразі становить 114 років. А для жінок 115. І прийшли також до іншого висновку, що останнім е, часом середній рівень тривалості життя зростає, а от максимальний вік людини не росте. Тож ми вирішили сьогодні з вами продовжити наш вік і е, з'ясувати, можливо, від чогось потрібно відмовитися, або м, якісь продукти потрібно вживати завжди, або щось не робити. Тож е, отже, як е, продовжити свій вік? Один мудрец сказал, что Господь нам дал жизнь в подарок, а наша жизнь – это подарок Богу. Так вот, чем же определяется наша жизнь? Наверное, прежде всего, пониманием, какие ценности у человека есть. Мне посчастливило быть в Греции, и там встречаться с очень интересным патером, батюшкой Иоанном, который в свое... раньше был первым миллиардером Болгарии, а потом однажды задал вопрос, для чего он пришел на землю, и получил ответ ⁇ вещать миру о православии. И вот в четырехчасовой беседе мы затронули тему о ценностях человека. И он говорит, ну как вот ты думаешь? И я говорю, ну как думает доктор, конечно, здоровье на первом месте. Он говорит, нет, дух. На втором по приоритетам здоровья, на третьем семья и на четвертом профессионализм. Вот этот человек, живущий на Земле сегодня, должен четко понимать. И каждый постулат из этой четверки ценностей можно разложить на составляющие, и тогда уже можно говорить конкретно. Какие-то есть общие советы, но, естественно, в каждом конкретном случае это индивидуальный подход прежде всего. Ну, давайте коснемся духа, потому что без духа в здоровом теле здоровый дух, и наоборот. Значит, дух – это прежде всего понимание того, что человек должен жить по десяти заповедям. Это наш земной код. Во-вторых, научиться прощать в этой жизни, не держать зла никого, радоваться вот тому всего минимуму, который нам обеспечен с утра. Встал утром на свои ножки. В окно посмотрел своими глазками, в теплом доме, водичка хлеб, есть и все. То есть жизнь в разумной достаточности. И третье, что обязательно нужно помнить, это научиться слушать самого себя. Потому что организм это самая регулирующаяся система, и она всегда, эта система подсказывает, что на сегодня нужно сделать. Но самое главное, не суетиться. Не впадать в панику какую-то. Страх в нашей жизни и вообще в энергетической структуре человека забирает 75% жизненной энергии. Поэтому нужно понимать, что что бы ни случилось у тебя сегодня, это не случайно. Вот такая то тавтология. То есть, во-первых, немножко... нужно себя від таких собі стрессив, так? ну, надо, uh, да. Если вы понимаете, что все, что сегодня дается, это не случайно, это ваше практическое домашнее задание сверху на сегодняшний день, то у вас не будет никакой суеты, никакого какого-то такого беспорядочного отношения и так далее. У вас все пойдет по плану. У меня, в частности, пусковым моментом является вот молитва оптинских старцев который вот так настраивает совершенно. Второй ⁇ это дух да, о здоровье. При всем множестве людей существуют какие-то общие правила, которые нужно беречь, э, вернее соблюдать. Что это за правила? Их определил японский ученый Ниши, когда составил, составил систему оздоровления еще в 50, начало 50-х прошлого века. так вот если рассматривать позже вышедшие системы оздоровления то они все равно имеют пять направлений которые определил ниши. что это за направление это во-первых кровать на которой вы спите она должна быть ровной, не прогинающейся, не стоять в геопатогенной зоне вот, хорошо проветриваем в комнате второе это зарядка, Зарядки в обязательном порядке самые простые. Здесь столько всех направлений, но для меня, например, оптимальный вариант является суставная гимнастика Нарбекова. А еще проще при нашем занятом времени можно сделать всего два упражнения, которые задаст он последующему дню. Что, Что они собой представляют? Правда. Значит, одно я могу показать. Ну, на жаль, э, мы не, мы Значит, нужно стать э, вертикально, естественно, э, ноги на ширине плеч, поднять руки вверх вот так вот пальчики, потом развернуть кисть и поднять вверх, но не под прямым углом, а вот так под тупым. А ногу одну как цапля на болоте стоишь, так поднять и держать. Так надо простоять от 5 до 30 минут. Но сначала только 3 минуты получится. И это упражнение что дает? Повышает иммунитет. Волю человек собирается, улучшаются обменные процессы и водно-солевой обмен, и минеральный обмен. Ну, какой хотите. В общем, у человека силы придаются. Такое все маленькое упражнение. И второе упражнение, которое обязательно нужно для поддержания тонуса мышц позвоночника, это когда человек ложится на пол. Вот, под э, спиночку на уровне попка кладется валик диаметром 5-6 сантиметров. Руки за голову прямые и соединить нужно мизинцы. Ноги тоже прямые, и, но надо пятки врозь и надо соединить большие пальцы. Вот так пролежать надо 5 минут. Это вас оградит от различного рода... Э, Значит, вот ущемление различного рода радикулитов, где бы они ни находились, и укрепит мышцы спины. Это очень простое упражнение, оно является одной из ведущих э, у долгожителей тибета, тибетских моделей. Ну вот выказала про геопатогенные зоны. Mm -hmm. Что это такое и как их все же так Очень просто. Вы можете это сделать сами. Мы же живем в мире энергии электромагнитного излучения. И какой бы предмет вы ни взяли, от простого фена и заканчивая электромагнитной там будкой, которая внизу стоит, трансформаторная будка, это все электромагнитное излучение. И это излучение имеет свойство пересекаться. Места пересечения это и есть геопатогенная зона. Как определить? Нужно взять белую ниточку длиной равной окружности вашей головы, пропустить ее через любой грузик, взять свободными пальчиками руки и вот так подержать этот грузик на том месте, где хотите пройдите вдоль кровати. Там, где этот груз начнет кружиться так, независимо от того, по часовой стрелке или против часовой стрелки, это и есть геопатогенная зона. Как от нее избавиться? Но если есть возможность отодвинуть кровать, там, например, или стул, да, то это идеальный вариант. А если нет, то можно положить экран вниз. Вот. И все, геоптогенная зона ваша аннулируется. Что, если не делать этого, что может быть? Если она приходится, например, на область желудка, то у вас будет болеть желудок с утра. Если на область головы, естественно, будет болеть голова вот, совершенно без причины. Если это ноги, коленки, то это колени и так далее. Поэтому на сегодняшний момент геопатогенной зоне нельзя не уделять внимания. Вот это простой самый метод. Я сказала экран, счет за экран. Экран им, может, обыкновенная фольга. Тобто лише покласти шматок фольги собі да, під і, все, і ви будь-які буде добре, так да, да, да. пані Людмила. Ну ось є ще така а, тема. А, ось ми з вами поговорили про дух, про навіть зарядку. Деякі вправи ми дізналися. А ось а, щодо їжі, щодо харчування, ось деякі вважають, що сироїдство може допомогти подовжити свій вік. у меня был духовник, отец Кирилл из Тарабельска, царство ему небесное. Он мне все время говорил, знаешь что, Людмила, слушайте себя. Слушай себя. В каждом из нас живет э, высший разум, и он все время подсказывает. Так вот, сыроедение. Любая процедура должна приносить человеку удовольствие. Если вы не хотите есть, то не нужно. Если не хотите делать э, холодный душ там, совсем, то это не надо делать. Хотя э, вот, э, мы говорили о пяти направлениях, о выздоровлении человека, и остановились там, кровать, э, да, расположение потом зарядка, потом обязательно закаливание, потом правильное питание, и пятое направление ⁇ это психологическая разгрузка. Так вот о питании. о питании. Если вы сегодня захотели съесть кусочек сала, то это не просто прихоть организма. Понимаете, это то, что не хватает на сегодняшний день для пополнения. Может, у вас холестерин упал, либо протеиды снизились, а сало вам поможет. Кусочек. Но это ж не 2 килограмма, и все, это все в разумных пределах. Да, везде, во всем нужно знать меру. И тогда, если вам сегодня хочется яблоко, пожалуйста, кушайте яблоко. Слушайте самого себя. Естественно, идеальным вариантом для человека это прием зерновых каши с утра обязательно кашу но надо помнить у тех кто страдает заболеванием поджелудочной железы что она не любит много риса поэтому рис нам может быть надо исключить или его ограничить и не любит она также сдобу не любит сгущенное молоко не любит пищу с резкими вкусовыми качествами принято на тощак вот так что здесь вот чисто-чисто и чисто индивидуально. Но в любом случае для всех одинаково. Это что бы вы ни делали, но вы должны это сделать с удовольствием. То есть не Потому что саряди... через силу. Через силу не нужно. Вот это... <с> Людмила. Дуже цикаво исповедать, але, на жаль, мы дуже обмежені часом, бо це прямой эфир, и він має такі собі часові рамки. Дуже дякуємо, що ви Спасибо. сегодня сьогодні до нас завітали. Бажаємо вам доброго ранку і міцного здоровья. <с> Спасибо, доктор, это, это обязательно нужно.